Бала утверждает, что им интересовался Амкл, Герман и Сип все опровергли. В интервью Крысиве Бала рассказал, что помимо Тудрот свел разговоры с Браоками. Также ему передавали, что Амкл интересовался большой группой игроков из Наспорте, в том числе и им. Сипскана и Герман сразу опровергли эту информацию. Капитан Амкла в жесткой манере ответил новичку 2D. Как же любит пиздеть в медиафутбольном комьюнити, дабы набить себе цену. Сейчас вот новичок Тудрот с Бала рассказывает басни, мол, Амкл им интересовался. Зачем ты это делаешь, братик? Ты же адекватный поц, вроде и хороший игрок. Ты был в Амкле Про, там просто не смог себя ярко проявить, и мы тобой больше не интересовались. Не ступай на эту дорогу, врунишек. Потом трудно будет отмываться, не будь ноликом. А затем и Герман в интервью Крысиве сказал, что интереса со стороны Амкла не было.